Andiamo! Aspetta. Ezzo, Suda, yes, this. Ezzo, Suda, yes, this. Эцо, сюда! Я убью всех нарушителей! Вот он, ты не уйдешь! Сюда! Я здесь!
Сюда! Я здесь! Вай, вай! Мой муж гуляет со шлюхами. Я не могу это терпеть. Прошу, объясните мерзавцу, каково мне. Надо уходить отсюда! Какие храбрые и сильные воины! Эфир! Можно подумать, сам Ганнибал вернулся! Сы! Не трогайте меня! Надо благородно стражить! Они... Куда? Прости, мне очень жаль, правда! Я уже иду домой, клянусь! Господь благоволит к вам. Ладжу, вон там, бей его! Прикончим этих разжиревших собак. Уходи сзади, не дай ему опомниться! Вы побелели как мел! Богу, что вы здесь, я красивый! Оставьте меня, мне жалко жизнь, господин! Клянусь, я исправлюсь!
Вия! Вия! Молодой! Это мой квартал. Я обгоню тут любого, но ходят слухи, что и вы неплохо бегаете. Проверим? Пожалуйста, господин. Господи, помилуй меня. Нужно сматываться. Я подпишу. Надо бежать. Я в изоляции. Касается. Что-то...
Пойду, найду, люди надо. Похоже, что вы только выглядите как простолюдин. Он что, умом тронулся? Он здесь! Помолись быстрее! Thank you.
Бегите домой, в свои близкие! Защищайте все самое дорогое! Надо бежать! Сейчас вы узнали меня с плохой. Воля Господа будет исполнена. Этот убийца запятнал честь нашего города. О, нет! Не защищайте этого разбойника. Он вовсе не герой. Он убивает всех подряд. Просто ради забавы. Счастливый день! Спасибо, сеньор. Заходите еще. Плохо дело. Кругом здесь сплошь мертвец. Далее, как в прошлом месяце, виконт купил. Ну, прощай. Если что, приходи сюда. Как это у тебя получается? Кто научил тебя так двигаться? Бегите домой, к своим близким! Защищайте все самое дорогое! Надо его задержать! Этого подлого! Мерзкого!
этого вонючего негодяя! Совершенство не измеряется в золоте. Что я говорю? Конечно, измеряется. Просто ради забавы. У меня высокие цены, но товары того стоят. Я не торгую дрянью. Нашего города. Бог покарает нас, если мы не разделаемся со злодеем. На пару слов! Я добился усердной работы и не позволю невежественным варварам уничтожать плоды моего труда. После него поневоле начнем. В следующий раз мы тебя уроним. Что это такое? Горли в опасности! Бегите домой к своим близким! Защищайте все самое дорогое! Этот убийца запятнал честь нашего города! Бог покарает нас! Здесь, в Форли, появилось это адское чудовище, о котором вы все слышали! Беспощадный убийца! Все, тот, кому известно что-либо о местонахождении украденного пальца святой Кьяры, получит у епископа полное отпущение грехов и множество духовных дорог в будущем. Мы его орудия, их трупы будут гнить, а мы... Внимание, путники!
На дороге в Болонью замечены разбойники. По слухам, это наемники Господь. Или совершайте переходы в час трапезы. Вино. Точно убьется. По коже. Он ступает, словно лев, верно? Если не слезешь, Стронцо, то станешь назад! Тебя здесь... О! Быстрее, черт побери! Хочу! Он там, вперед! Сейчас же, слезай! А сейчас ты умрешь! Слезай, понял? Паца!
Давай, немедленно! А сейчас... Должно. Вон он! Бей его! Черт, я его не вижу! А?
Где-то я уже... Сеньор, на пару слов. Вперед! Он не уйдет куда-то. Вон он, бей его! Знакомое лицо. Эккола! Нет уж, держите его! Вон он! Черт! Туда, бей его!
Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Отличное средство. Согласен. Для вас, дорогие клиенты, у меня просто не... После вас. Вы подумаете, что я рехнулся? Тебе конец! Стойте! Внимание! Здесь, в Форли, появилось это адское чудовище, о котором вы все слышали! Бегите домой, к своим близким! Недавно мне повезло. Чао, сеньоры. Расскажите обо мне своим друзьям. Доставишь это? Это нужно сделать быстро. Но и награда не маленькая. Этот убийца запятнал честь нашего города. Подходите, друзья! Здесь клиент всегда прав.
Конечно, если он слушается меня. Ватане! Прочь с моей земли! Ранчу! Он там! Вперед! Браво! Разве это не опасно? Подходите, друзья мои, на этой неделе. Все мои клиенты одеты по последнему. Говорят, вы помогаете простым людям. Вы не могли бы проучить моего подлеца мужа? В моей лавке только самые модные товары.
Pesce fresco, appena pescato! Хватит бегать! Сражайся! Ежегодный пир отменяется! В связи с раздатой косы бывших новых общества... Он здесь! Я не хочу участвовать в этой мерзости! Ладно, она права. Я просто кусок дерьма. Все, я иду домой. Давай, молодец! Покажи! Последствия казнём! Такое.
освободить дорогу стражи! Bene, mi sta voi. Заставь их задуматься. Грехов. Сегодня ты умрёшь. Господа, бросайте оружие. Возможно, тогда он сохранит вам. Пришло ваше время, гвардия де мерда. Отличная работа, друзья. Ты здесь делаешь? Убить... Он там! За них! Thank you.
Продемонстрируй свое мастерство. Он здесь? Да! Молодец! Внимание! Компания наемников обещает платить новым рекрутам на 3 золотых больше! Не упусти его! Чарли, слезай! Отсюда, Столтон! Эх, я с тобой, брат! Ворон! Не бойся, мы его поймаем. Ура! Тебе здесь не место. Быстрее, быстрее, скотина! Вот, убейте его! Быстрее, черт побери! Где ты этому научился? Ковчег не пропускаю. Возможно, придется с ним разобраться. Слезай! Плачу! Я его не вижу. Вот, хватайте его! Слезай, или буду стрелять! Вот, хватайте его! Он уходит! Внимание, путники! Хочу! Он там! Взять его! Приносите им вино и... А! Теперь ты не уйдешь! Исцеляю всех божьих тварей. Подходите, друзья. Спасибо, заходите еще. И множество духовных даров в будущем. Внимание, всем членам братства Сан-Пау. Ежегодный пир отменяется. Благородные цены для благородных людей. Дямо! Thank you.
что они такое? Я знаю. Точно знаю. Пожалуйста, отпусти меня! Скатанка!
слезай отсюда! Ура! В жизни не видел такого странного человека. Что ты тут делаешь? Слезай! По рукам! Его голову! Любопытно. А почему нельзя пойти пешком? И направляет вашу... Ну что, каково почувствовать себя жаром? А? Эдди, сюда! Я здесь! Черт! Я надеялся, что я не успею! Эцио, сюда! Я здесь! Спасибо, Эцио. Ты спас мне жизнь. Я сделал то, что должен был. Ты поступил бы точно так же. Если бы. Храбрость не входит в число моих достоинств. Я в долгу перед тобой, брат. Дин Йенте. Все на борт! Скоро отчаливаем! Это наш трагетто. Нас ждет Венеция. Где твой пропуск? Какой? У тебя нет пропуска? Без пропуска в Венецию попасть нельзя. Кто пригласил тебя? Никто. Баста! Без пропуска нельзя. Не волнуйся, Леонардо. Я что-нибудь придумаю. Не стой столбом! Помоги мне! Я не умею плавать. Non sono tare. Aiuto! Вытащите меня отсюда! Aiutatemi!
Мадонна. Какой милый. Дама от тебя без ума. Я и не думал очаровывать вас. Просто хотел помочь. Именно это я и нахожу очаровательным. А зовут тебя... Аудиторе. Но, пожалуйста, зовите меня Эцио. А я Катерина. Итак, Эцио, мы должны придумать для тебя подходящую награду. Какие у тебя предложения? Может, статься вы в силах мне помочь? Я вся внимание. Да, сеньора. Как скажете, сеньора. Больше он тебя не побеспокоит. Я разобралась с ним. Спасибо, Катерина. Быть может, мы еще встретимся. Если окажешься в Форли, можешь рассчитывать на теплый прием в моем доме. Надеюсь, мне доведется узнать ваше гостеприимство. О, приношу вам свои извинения, миссэр. Если бы я знал... Все в порядке, друг мой. Грация, мольто грация. А, ну, значит, в другой раз. Похоже, что вы только выглядите как простолюдин. Ха-ха! Форца! Форца! Бонжорно. Привет, Эцио. Давай поглядим на список. Бон Вьяджо.
сплутены для благород. Да, обычно ко мне заходят только благородные. Подходите, друзья! Здесь... Отлично! Тогда до встречи! Ну ладно, может, в другой раз? Будь осторожен, Эцио. Ты знаешь, кто это? Моя новая дама сердца? Ой, вряд ли, Эцио. Это ведь Катерина Сфорца, дочь герцога Миланского. Ее муж — это... Муж? Да, ее муж, правитель Форли. Эта юная красавица весьма влиятельна и опасна. Эта женщина по мне. Все в порядке? Даже лучше. Ты делаешь большие успехи. Ну, большие — это преувеличение. Тогда почему мы остановились? Пребывание в Анимусе может иметь побочные эффекты. Хе, круто. Не волнуйся. У тебя еще нет никаких симптомов. Симптомов? Каких симптомов? Слабоумие, галлюцинации, расщепление сознания, параллельные реальности и так далее. Ты хочешь сказать, что... Если не будешь осторожен, то сможешь видеть своих предков и без помощи Анимуса. Это было бы не так уж плохо, если бы ты мог контролировать процесс, но пока это никому не удавалось. Объект 16. Он слишком много времени проводил в Анимусе. С тобой этого не произойдет. Мы приняли меры предосторожности. Надеюсь. Ладно. Я бы хотела проверить, удалось ли тебе приобрести какие-либо из способностей Эцио. Я не против. Я иду вниз. Когда будешь готов, приходи. Эй, отличная работа. У тебя талант. Спасибо. Сейчас мне уже гораздо легче, чем раньше. И после Абстерга так приятно оказаться на стороне хороших парней. Хороших парней? Ты заблуждаешься. Что это значит? Если ты забыла, Ребекка, мы ассасины. Я могу найти для тебя определение этого слова, но если вкратце, то мы убиваем людей. Только когда нет выбора. Это выбор. Ты выбираешь убийство. Я никого не убивал. Пока нет. А что, по-твоему, тебе предстоит? Думаешь, Люси передает тебе способности Эцио, чтобы ты строил школы в Южной Америке и доставлял рис голодающим в Индонезии? Ты случайно не веган? Стал бы первым ассасином-веганом за всю историю? Да, мы не идеальны. Убивать всегда тяжело. Но иногда у нас нет выбора. Иногда изменить мир можно только с помощью убийства. Она права. Но только не обманывай себя, выбор есть всегда. Разве это не наша задача – охранять свободу выбора? Что же обнаружил 16-й, если эта тайна так сильно охраняется? Понятия не имею. Люси считает, что это как-то связано с кодексом, но я не уверен. Если это так важно, как говорит 16-й, то я весь внимание. Да если бы в Аниму спустили меня, я бы точно разгадал эту тайну, но нет! Приходится сидеть в запасе.
Так каков наш план? Мы посмотрим, что тебе удалось сохранить. Давай. Абстерго ищет нас. У них больше средств, и оснащены они лучше. Так что рано или поздно они нас найдут. А значит, мы должны быть готовы к этому. Я хочу, чтобы ты активировал систему обороны склада. Как добраться до сенсоров, решай сам. Что, даже не намекнешь? Открой глаза, Дезмонд. Люси, у меня видение. Галлюцинации длятся дольше 30 секунд? Нет. Значит, можно не волноваться, это пройдет. Ну, я делаю успехи. Ты приобрел все умения Эцио. Скорость обучения просто фантастическая. Еще пара дней, и мы закончим. Но скажи, почему Эцио? Почему Италия? То есть мы могли бы вернуться к Альтаиру в его ранние годы. Все началось с 16-го. А, старый добрый 16-й. Он перекрасил мне комнату. Своей кровью. Я просмотрела его файлы. Видик отметил пару сеансов в Анимусе. Разные предки, разные места и даты. Древняя Африка, Ближний Восток. Но ближе к концу он занимался только Италией. Думаю, он знал про сокровищницу. Часть записей его последних сеансов пропали. А те, что есть... После того, что с ним сделали тамплиеры... После того, что с ним сделала я... Там одни обрывки. Если бы мы не давили так сильно на 16-го, то уже знали бы все. И, может быть, он был бы еще жив. Вы тоже ищете кодекс и сокровищницу? Я знала, что один из твоих предков в Италии был в центре этих событий. Ладно, на сегодня хватит. Тебе нужно отдохнуть. Слушай, ты не виновата в том, что произошло с 16-м. У тебя были связаны руки, как и у меня. Спасибо. Спокойной ночи. Я рада, что ты здесь. Что за черт? Что это? Где я? Это Акра? Похоже, вот его цель. Наверное, я отрубился. И мне снится какой-то кошмар. Я уже бог знает, сколько не спал. Так что неудивительно. Six, nine.
Это же та женщина Изак. Как же ее звали? Ах, да, Мария. Интересно, что им от нее нужно? Ого, такого я не ожидал. Минутку. Почему я не слежу за Альтаир? Почему я здесь с Марией? О, черт. Это же значит... Ну и странный же сон. Я не хотела врываться, но уже поздно, и мы... Эй, ты в порядке? Да, все нормально. Дурной сон, вот и все. Ладно, давай, готовься, встретимся. А, хорошо, что ты к нам зашел. Извини, долгая ночь. Вот это я понимаю, настоящий профи. Оставь его в покое. Что ж, прошу прощения, но я тут поработать пытаюсь. Безумие, да? Шон! Прошу тебя, хватит. Как скажешь. Эй. А, привет. Ты в порядке? Да, я в порядке. Все в порядке. Точно? Вчера мы потеряли две группы. Восьмерых наших. Больше нет. Мне жаль. Я уже не знаю, что делать. Чем дальше, тем хуже. Эй, только не отчаивайся. Ты же сама меня этому учила, верно? Смотри, мы-то здесь в безопасности. Надолго ли? А когда они найдут нас? Тогда что? Когда это случится? Если это случится, тогда и посмотрим. Я не дам тебя в обиду. Ладно, истерика закончилась. Будем работать дальше. Тебя это тоже касается.